Всем привет! И вот с концерта группы «Дельфин» вы попали на очень веселую вечеринку, посвященную двум мероприятиям. Это, конечно же, 23 февраля и день рождения Дмитрия Спирина, солиста группы «Тараканы». Правда, он был только вчера, но это не важно. Все празднуют именно здесь это мероприятие. Давайте посмотрим и спросим у людей, как им весело здесь. Что ты здесь делаешь? Отдыхаю, как и все. С днем рождения, Дима! Молодец, Сид! Давай! Отлично. Спать не хочет? Нет, совершенно. Много выпили? Да нет, так чуть-чуть, немножечко до конца. На что пришли посмотреть? Ну, мы ждем, пока Сид Спирин появится. Год назад я увидел совершенно другой вечеринке, и он выглядел намного старше. И мне кажется, что эта тенденция с его молодением, она действительно замечательна. Так и должно быть. Как настроение? Отлично. Ну, поздравь мальчиков, наверное, с 23 февраля. Еще больше терпения, это первое. Потом я пожелаю как можно больше нежности, проявления заботы, галантности, быть настоящими джентльменами и не забывать, что мы настоящие мужчины, что мы все-таки... Главное их качество – это заботиться о женщинах. Отличное. На что пришли послушать, на кого посмотреть? Конечно, Диму Спирина. Какие пожелания в его день рождения? Ну, Дим, я тебе желаю всего самого лучшего. А еще сегодня день мужика. Делай грязь. Торжествуй. Панк-рок. Все. Привет, привет. Как дела у тебя? У меня хорошо, у тебя как? Тоже все замечательно. Вот тусуемся, проводим, как обычно, субботничную ночь. У нас сегодня день рождения у прекрасного человека. Здорово! Поздравляю тебя с 23 февраля! Оставаться таким же мужественным! Я тогда тебя поздравляю с Новым годом! О, замечательно! С 14 февраля! С Рождеством и с наступающим 8 марта можете меня поздравить, наверное, да? Хочется? Нет, а Диме не только Коле
Богданову и Боле Стравинскому тоже еще раз днем рождения, творческих успехов им. Чего ждешь от сегодняшней ночи? Жду хорошего концерта, хорошего выступления «Ракеты из России». С днем рождения наших мальчиков! Всего им самого лучшего! Каждые ракеты из России. И на все, по крайней мере, московские концерты тараканов уж точно. Мы на Доброфесте на Кубани в этом году были, так что... Как вам Кубана? На мотоцикле доехали, вообще отлично. А на мотофесте бываете, раз мотоциклы любите? Но в этом году не получилось доехать, но я думаю, мало Ярославец в этом году постараемся доехать. Куда собрался ехать? А я народ развожу, таксовать буду потом. А, молодец, сколько стоит, какие тарифы? Да по 500-очки нормально. We'll be right back.